Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Альцбон. Мы играем кошки-мышки 2.10.ru. Я не знаю, что это за версия, я не знаю, что мы будем тут делать. Почему? Почему башни стоят денег? Что? А ты что думал, сказку пал? Пять голды стоит? Стройка завершена. Да, Постройка так и надо. завершена. Нехорошо. Стройка завершена. А ты Стройка знаешь, где я? завершена. Завершена. Там желтый, Постройка кстати, уже завершена. профессионал сразу Стройка видно. завершена. Постройка завершена. Чисто такой. Постройка завершена. Старичок. Постройка завершена. Розовый, кстати, неплох. Стройка завершена. Постройка Хинтер. завершена. Не удивлен. Стройка А, он завершена. их строит, потому что правильно, блин. Дом наших Я строил братьев неправильно. нельзя сотворить здесь. Я понял. БТ. Благодарен. А сначала мне нравится. Постройка завершена. Постройка Постройка завершена. завершена. Опа. Опа, Киндер, ты развел тебя, развел. О, давайте закрывайте центр, хорошо, правильно. Ля, что там с центром? Почему он кривой? Постройка На город завершена. наших братьев напали враги. За мной тут слежка ведется, просто такая Постройка слежечка, завершена. хорошенькая. Как камеру, думаю, никак. Опа, покер бежит с сапогом, кстати, молодой чисто. Стройка завершена. А чё он у нас? Кто страж? Чё за страж? Ой, я чуть таурку не построил там, ё-моё. Дела не ждут. Постройка завершена. Постройка завершена. Стройка завершена. Стройка завершена. Стройка завершена. Дела не ждут. Вот это Постройка сделал, а завершена. толку? Стройка завершена. Стройка Постройка завершена. завершена. Дела не ждут. Опа, развел всех. На город Руины. наших Руины. братьев напали Просто трех враги. котов. Это что? Это что за мини-кот? А какие? Дела не Ты все ждут. зверька Пока. завел? Фига себе. Дела не ждут. А чё? Ой, там все застроили уже все. Стройка завершена. Оп, Стройка оп. завершена. Нельзя сотворить здесь. Постройка завершена. Стройка завершена. Стройка завершена. Нельзя Ай! Я Ты что, что-то на улице, что ли, переборщил, сейчас? да, я слишком наглел. Там очень удобное место было. Плохо. Гений на Алексе. Спасибо, спасибо. А можно Поймал на ошибки. кто-нибудь хотя бы что-нибудь построить, ребятушки? Так, Акаки, давай вот без этого. А, понял, Минка. Так, тихо, не пали контору. А в чем смысл? Ты из себя просто, ну, ты типа ничего не заработаешь. 300 голды я получаю за убийство. Сколько? 300, и минус стоит 300. То есть я Ну. выхожу в ноль, а вы еще не убегаете при этом. Ты вся веришь. Дайте управление, пожалуйста. Кто-нибудь сделайте то, что надо, и дайте управление. А почему вот тут вот никто ничего не делает? Минус один, отлично, мне понравилось. Угу. На город наших братьев напали враги. Дай управление. Заза меня ненавидит, а сейчас еще новая игра началась и опять. Заза, я тебя не обижаю. Заза, ничего Да он личного. вышел. Ну чё за... Да я не А чё это узнавал. за крысы? Чё вы стоите под этими? Пацаны, сторожите ящики эти. Сейчас я им подарки принесу, и нормально все А будет. чё за прикол? Зачем так делать? Пацаны, сторожите! Нет, пацаны, да что стоишь просто так? Валим, валим, валим! Эх, ну что же так стоишь, ты неудобно. Знаешь, чья мышь сбежала? Ладно, повезло. А знаешь, что я сейчас делаю? Нам не Чисто здорово, насрать. как бы Нам... рабочие поживают. А чё, башню направь. А Кит Розовый. любит башню направлять. Город наших Ты что здесь, Делай, работяг. зачем ты это сделал? Зачем Потому ты что сделал нефиг. это? Это наши воины. Это ваши войны, говоришь, да? Ну ладно. Пускай Запомнил? будут. Запомнил? Да, сейчас ты получишь от меня подарок.
Давай, жду. Постройка завершена. Завершена. Да. Постройка завершена. Ну, раз ты ждешь, то ладно. Должен был оправдать твои ожидания. Постройка завершена. 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 Что ты там строишь, как киберкотлет какой-то? Видел, видел? Чисто такая стрелочка. На город наших постройка завершена. Понял, там еще прикол. Ну-ка, отстреляй, обстреляй его. Давай, давай, оп. Оба хорошо, отстреляли. Ну, пушка ладно. Заряжена, она не стреляет. Пушка заряжена, она не стреляет. Я не так, что прям принципиально хочу вас убить, так что ладно. Я добрый, да, сегодня там. Мины расставляю, да, всего-навсего. Нет, конечно, ни капли добра во мне. Ты о чем? Добро это не ко мне. Завершена, стройка, стройка, завершена, 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 завершена. Мина где? Мины нет. Ты же не подорвал. Не скупал, мне интернет кто-то начал. А уйти, уйти. Я вызываю войска строить мины. Ну да, ну да. Не, серьезно, войска уже тоже начал. Ну, это хорошо. Завершена. Да, знаю, стараюсь. Опа, здорово. Здорово. А. Понял. Все хорошо, Алекс? Да, неплохо. Он, кстати, классно спавнится. Я знаю, но он прям через забор мне появляется же. Что-то, кстати, какие-то невкачанные мыши, коты. Ну, вкачан не вкачанные, но необычные. Как бы у меня сейчас зато золотишко 100 тысяч миллионов. Меня скинешь? Пожалуй, нет. Значит, бесполезно. Картамарин, дай управление, пожалуйста. Стройте башни, стройте войска, чего стоите-то просто так, пацаны? Вот у меня тоже вопрос к моим. Да, сэр. Спасибо. Сделаю. Уже в пути. Иду. На город наших братьев напали. Уже в пути. Враги. Сделаю. Хорошо. Уже в пути. Сделаю. Иду. Желт. Сделаю. Бегает вообще. Уже в пути. Вот обойди забор, стой с покером, обойди забор и убей его. Что ты стоишь, забор пинаешься просто так? Ты же не сломаешь эту стенку, что ты на что-то надеешься? Надо было обойти давно и уже убить его там. Ну ладно, пускай. Смотри, значит, говоря, лайфхак. Берешь, значит, триггеришь противников. Пока они триггерят на тебя, идешь, убиваешь их рабочих. Получаешь опыт. Кайфы. Если что, это я все делал. Ну ладно. Стройка. Опа, кто-то там на мини подорвался, бывает. Реально. Бывает жизнь огорчение. Согласен. Поделать-то. Вот это бесполезная тема, пацаны. Как бы вы их ломаете в башню, а толку-то. Оп, еще кто-то подорвался на мини, пацаны, бывает. Привыкайте. У вас мины по всей карте. Это что значит? Пики, 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 пики. Это подарок вам, пацаны. Все хорошо, пацаны. Блин. Чего вы убежали? Пацаны, верните, пацаны. То он уже спавнит. Незрит еще ливн, да ё-моё. Начинается. Все поливали. Плохо, давайте жрём, жрём. Убей, 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 убей. Ты думаешь, вообще ничего не видишь? Я бы двух сталин сожрал котика маленького. Да я знаю. Кайфы. Интер. Снайпер. О, смотри, я могу, смотри, я могу. Ай. Привет. Кан. Понятно. А, что с лицом? Все нормально. Хорошая версия. Что, версия новая, дорогие друзья? Классная, проверенная. Но он, честно говоря, вот этот обрезок какой-то, непонятно. Я себя ущемленным чувствую. Все, все нормально, так должно было быть. Это карта такая. Шел ты. Я не знаю, может у нас... Пацаны, записывайте. Мины — наша жизнь. Прям можно записать. Мины — наша жизнь. Мины есть жизнь просто. Сделай героя. Братьев напали враги. Герой — это то. Нарезы строим, проносим Хинтера в наглую. А где вообще мышь у Хинтера, мне интересно? Пойду снесу ее в наглую. Че вообще переживать зря? На город наших братьев. Подождите-ка, стойте, а в этой версии у служителя предков нет инвиза, что ли? Он тут видимый ходит? Или что это? Я не знаю. Блин, ну если он видимый, то это...
Подожди, Алекс, вот видишь стены Хинтера наверху? Так. Ты служителя там видишь? Да. Блять. А нахера он тут нужен, если у него инвиза нет, я не понял. Он же слабый. Он классный. Ты просто не шаришь. Ты просто не шаришь, признает. Это какой-то слишком хитрый фокус, я что-то явно не понимаю. Только ей зачем мне надо, не ясно. Это все нормально. Ух ты, а это даже более сильная версия, чем наша, прикинь. В какой-то момент. Давай, пробивай. Стой, не иди, сейчас я побегу. Блин, вообще прикол. Я бегу. Интересно, раз кто-то взял это, нет? Да. Кто это? Поставь таким воинов, не воинов, пошли на следующий уровень. Не, стой, не уезжай. Поставь пару воинов, пошли дальше пробивать стены тут. Ты не совсем туда пошел, тебе надо вот сюда вот сходить. Да. Нафига? Ну ты фигней занялся. Вообще фигней. Сделай его еще раз, я буду им управлять лучше. Там, если что, уже сносят, ребят. Там у них стенорезка есть. Вы слишком затянули. У вас... Сильных войск нет. Я даже не знаю, есть ли у нас сильные войска здесь. А ну а тут, по идее. Рабочий, мне интересно. По идее, есть. Постройка завершена. Но это не точно. Я играть-то не умею. РД-барин играть еще не умею, да, ребят? Бывает. Так, сейчас ладно. Ты его пытаешься пробить дальше? Еще? А там нет, он рабочий куда-то увел. Он сам прокачанный из нас всех. Скорее всего, он где-то там стоит рабочим своим. Пока рабочий найдет, толку туда не бегать. Есть, нет, просто... Это не совсем новое. Смотри, какой наглый прям бегает, а хлопать вообще прям... Вообще максимально наглый товарищ. Сейчас, дай я вам фокус провести. Вы запарили. Воскрешай, там мина была. О, хороший фокус, это мне нравится. Ну, кошаки, да. Ну, их было много, да. Нас было мало. Да, все дело именно в этом. Стопудово, кстати. Ё-моё, коты падают. Смотри, сколько мы убили какаки. Опа, ну-ка расстреляли его. Нет, не туда, Хинтер. А, он выжил. Давай, расстреляли. Паразита. Вот вы героев делаете, ребята, и вам надо в них закупать вещей. Толку без вещей нет. Я бы сапог элементарно, а лучше еще и дамага. Ну ладно, пацаны, есть толку, что у меня сейчас на уровень будет, как бы ГГ вам. Вы же понимаете? Да будет так. На город наш. Ну, это, знаете, поражение, как бы мы закончим. А, вот ты как теперь выглядишь. Так, нет, стоп. А, привет какой-то. Короче, на служителе написано, что он невидимый. А по факту он видимый. Что? Как? Куда? Почему? Непонятно. Пошел вон. Подлый. Восстановился. Да будет так. Давай, не думай. Да будет так. Стоп, перим его. Кого думает? О, блин. Я вижу, да. Уходи. Уходи. Беги. Беги, дура, беги. А, убивай кота. Убили. Хорошо. Минус кот. Скажи, что у него дома не было. Так, давайте я вот так фокус приведу, конечно, пожалуйста. Может, тут налет на кота, но мы его даже... Может, он тут не повезет. О, хорошо база целится, мне нравится. Ты паразит, а? Эй, урона нифига нет. Жаль. Это я. Чё, кто у нас вышел-то? Хинтер вышел уже, ё-моё. У нас уже Хинтер даже вышел. Трындец. Сдался, всё. Угу. Вы зачем? Это же... Кто-то Хинтер. Отлично. Ты это сделал, конечно, не специально, но красава. За мой народ, а с этого балана проще простого.
О, слушай, знаешь, я смотрю, а оказывается, у Гардемарина здания-то не починены, стоят, можно добивать. Сожгу дотла. Проще простого. А где рабочий у него? Он внизу, что ли? Где он рабочего прячется его? Да будет так. На город наших братьев напали враги. Непонятно. А, он в бункере, наверное, в бункере сидит. В бункере может? В бункере для рабочего? Оказывается, он посреди поля стоит, я просто не вижу его. Бывает. А, это не настоящий. Меня обманули. Врунишки. В смысле, там дырка была? Ты как строишь, Гардемарин? Дел дырка. А, у него базы уже нет. Понял. Понял. Я не понимаю, как у него до сих пор лицо есть, когда у него базы нет. Жесть. Очень непонятная, сложная, непонятная катка. А что вы выходите? Жесть, наконец. Тут еще и раунды есть. Ё-моё. Да, продал... Вообще классная карта. Все уже вышли. А что, кто остался? Ты? Ты единственный из котов, да? А я не знаю. Ну, видимо, да. Кто да, с тобой там еще будет? Нас четверо. Ребятушки, вы не заканчиваете. Мы не заканчиваем. Мы продолжаем. Это только начало. Сейчас мы покажем Акаки, как играют настоящие мышки. Классная карта. Это можно без монтажа записывать сразу кучу серий. Вообще классно, мне нравится. Все. Максимум, максимум, максимум. Лав. Смотрите, куда эта крыса купит мины. Точнее, куда он их поставит, не куда он их купит, а куда он их поставит. Ты признаешь уже поражение? Ну, типа, я сейчас вряд ли успею застроиться, да. Ну, я уже тут четверть захватываю. На пофиг. Ну, я там говорю, типа, я когда одни бегу, тут другой, а ты у меня уже здание ломаете, ну, понятно. Не, я не ломаю ничего. Я... Оставьте его здание, ребят, дайте ему хотя бы зданием пожить. Они сломали его. Они в любом случае его убьют. Ты отменил хотя бы? Да, я отменил, а толку там уже часть, нет, тогда новая. Ну все, надо убивать нас как-то. Магеш? Да, толку. Вот вы бегаете через всю карту от меня, а вы базу бросали и просто забежали с разной стороны. Ну вот, классно. Я типа могу кого-нибудь одного же щемить, пытаться, типа... Вон, Гардемарина щемишь. На толку-то, я прямо убью и уже расстроюсь. Тут сейчас центр застроят, если что. Да, я понимаю, а что я вам делаю-то? Вы четвером, а я один. Я не знаю, что ты хочешь. Завершена. Там маленький котенок у тебя есть. Завершена. О, да, да, это как бы помощник. Кстати, вот тут не очень удобная штука. На момент. Защищает этот единственный проход. Страж лучше. Пишут. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну, вот тебя можно прямо в этом кубике попробовать закрыть. Да мне начихать. Ты знаешь. Ну, ты не чихай просто так. Заката аура скорости, нифига себе. Понял. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Ась пошел вон. Понял, че? А то есть что вздумал. Ух, нифига себе. Это на какой он так? А говоришь, нереально. Неплохо. Победу у меня даже так крайне мало. Ну да. Ну деньги-то есть. Че, как я обижаете? А ты чё? Я с вас тоже получил, это чисто купил мины. Что? А. Ну, у тебя денег на это до сих пор нет, да? Нет. Можете скинуть? Классный пан, одобряю. Мне нравится. Там же ничего нет, чё вы? Наверное. Хотя он все скупил, нет, там есть стопудово. Нет, все это мины нет. Я оставил мины возле стен, чтобы вас остановить, но вот потом оказалось, что типа не надо. Сделайте было кого-нибудь. Дайте управление. У меня все равно ничего нет. Вот сейчас бегает, он чисто левел качает. Ага. Нет, пока не пошел ставить здание. Ты даже не вздумай там ставить, я то в любом случае побегу сразу.
Да, у меня денег нет, что ставить. Я просто посмотрел, я тебя снес или не тебя пошел. А проверять. Сколько у тебя оставлено остается? У меня пятихатки не хватает. Ё-моё. Я ее типа на инкомик я накоплю. Сапоги купи, говорят. Классный план, мне нравится. Он спалил. Дай управление. Пожалуйста. Позяси. У них, кстати, неплохая такая постройка, чисто. Одного снесут. Второму пофиг. Бью без промаха. Слишком близко ты тэпнулся. В центре нет мины, да-да. Я поставил после того, как сказал, так что не считается. И вот сейчас я уже так поставил. Беги. Зачем вы его сейчас фармите, ребят? А, ну вот стрит. Тебе дали нафармиться все. Я промазал, я промазал. Пацаны, пацаны, пацаны. Спасибо. Сколько тебе дали? На сколько тебя сейчас нафидели? На сколько? Ну, 2000. Дуба рухнул. А самое главное, знаешь, на что меня напилили? Чё? Здорово. Я не знаю, что это за мув такой, что только что от тебя был топовый вообще, мне очень понравилось. На вот дракона подарок. Может поиграться с ним пока. Давайте стройте армию, а не стены. В смысле не стены? Что еще строить? Дай управление. Пожалуйста. Как дерево добывать? Там надо работяг сделать, эльфов. А чтобы они складывали дерево, надо работяга, который добывает золото, послушникам сделать здание. Ой, я вижу, что ты там бегаешь с этой крыской ты маленькой. А, смотри, тут у меня выбор, либо здание ломают, либо спасают Алекса. Ну хрен с ним, спасайте, мне не жалко. И ломайте, да, и спасайте вообще все равно. Нет, он учитывал, что крыса первых зданий его стреляет, а я ему чуть от него встал. А я все буду мины собирать. Ты еще не подорвался, что ли? Ты запарил, реально запарил. А какой главный прикол? Сейчас все рудники свободные стоят, минированные. Серьезно? Беги, Алекс, беги, бабах. Как у тебя, откуда? Что там за КД такое? Понять не могу. Зовите меня Тэчис. Я сменил все свободные рудники, абсолютно все. Запарил. Потому что вы меня задолбали, чего вы бегаете на меня, фукрысы? Дерево складывать послушникам. Дай управление, пожалуйста. Послушникам строишь здание. На город наших братьев напали враги. Ты что, уводи, 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 уводи. Нафидел. Спасите меня кто-нибудь. Я не могу дом себе построить. Куда стрелять? Хорошо. Кстати, эта казарма не нужна, пацан. Успокойся, зачем она тебе? Это ж плохо. Казарма — это зло. Я думал, ты гардемарина много раз убил, но нифига. Ты меня дофига убил. А если нам на клубника не сходи, дай хоть себе немного пожить. Ах ты, у тебя дракон есть. Драконы спавн, это вообще неприятно. Вот прям совсем. Я не понял, а что это такая супер застройка в виде просто бублика какого-то? Я хотел там спрятаться. Это называется про гейминг, я так понимаю, да? Ну да. Можешь почистить? Постройка завершена. Постройка завершена. Сделай работягу. Постройка завершена. Да не переживай, нету рудника, ничего. Я пустил. Постройка завершена. Я знаю. У меня не так много минус. Постройка завершена. Постройка завершена. Опа, опа. Опа, опа, кого развести хотел? Кого хотел, того развел. Опа, знаешь, что я нашел сейчас? Дырочку? А, нет, не хочу. Да я хотел ультануть сюда, потом подумал, сейчас кого ультовать, тебя спасут уже. А, и так спасут, ладно, хрен с тобой, жизнь. Ну да. Так я не успел немножко. Конечно. Нет, не успел. Не беги, не беги. Вот, это там, туда можно, ладно, все. Главное, налево не беги. А то обидеть, мне кажется. Закрыто. У, противная крыса таким быть. Стройка завершена. Ну вот что он бегает вообще, крыс? Ну так неинтересно. Я и так один, у вас целая толпа, а вы еще и крыс. А как крысами быть еще?
Ну не, ну типа реально прикольно, что я на финте бегать не могу нормально. А вы такие бегаете, ну здорово. Суп! Успел. Попал! Попал! Круто ты попал на ТВ! Ты звезда! На-на-на-на-на-на-на-на! На город наших братьев напали враги. Так. Там у тебя что пирожки по базе летают. Уже в пути. Пирожки по базе летают, бывает. Опа, давай. Сука. Продолжай. Пни еще раз. А что ты не пнул, что пни? 500 зарабатываешь? По трёхке, ой, по трёхке, по 300. Давай, еще. Стой, вернись, фиолетовый, дай мне еще голды. Ну фиолетовый, блин. Подожди, есть план. Есть план. Я встаю и разок прожимаю этот ящик твой. Да вот на тебе, поделись с ними. Все, план сработал, видишь, я его забайсил на дракона. Использовал волшебную кнопку Shift, встретить. Нет, она здесь хуже работает, в плане того, что ты стоишь, достраиваешь до конца. Ты, может, меня выпустишь? Смотри, сколько тебе левела дал, вот по факту. Это не прям ты. Ну, в основном. Ну, в основном. Ты так просто говоришь, знаешь, я тебе почти левел качнул, аж книгами просто прокачал меня тут, знаешь, на халяву. Нет, я тебе левел 3, наверное, дал. Хард, ты играешь, я только войска с базы вел, он тут же пришел меня... Ааа, мне это бесит. Фу, таким быть, просто МХшник, фу. Куда стрелять? Ну, попытка не пытка, ладно, еще 300 вернули. Благодарю. Я бесполезный. Просто. Да. Угу. Давайте, парни, я вас верю, я чисто дизморал его. Ты понял? Ты никогда ничего не добьешься. Да ладно, хрен с ним. Я сейчас с анонимным лентяем буду играть так же, как он играет. Завершена. Ну что, лентяй, как там фарм, как пузник? Нормально? Долго капает? Как жизнь? Акакий? Да клетки. Да мне это все равно, абсолютно, ты знал об этом? Вообще все равно. Я сказал, руки заминированы, что ты к ним подходишь? Да мне на... Хочешь прикол? Давай. У меня возле каждого рудника стоит по две мины сейчас уже. Знаешь, типа, основная и запасная, на случай, если первая вдруг пропустит на рабочего. Серьезно. Я тебя понял. Я обязательно к делу подошел, я у меня какой-то там распиздел. Раз. Что-то он, кстати, сильным стал. Аккуратно. Аккуратно. Просто минус 5. Минус 5. Это просто трик. Что у нас в Даганской аэропорте возле моего рудника происходит? Толпа на толпу. Я убежал. Ура. Вниз, главное вниз не строй. Я учил тебе подружки советую, не строй вниз. Да ты драконов своих подружки не создавал, крыса. Не важно, в принципе, мог бы и строить вниз. Просто я подумал, что жаль тебе мины тратить. А он что-то еще там ныл вначале. Они, понимаешь, они до сих пор не вышли. Героев сделайте, вот тут закупитесь, и вы можете вообще там пить нещадно. Это я тут и вот... Смотри, вы в теории. Пока я его отвлекаю, вы можете это делать. Сделаю. Иду. Сделаю. Опа. Это я. Поэтому молчи. Анонимный лентяй бежал, как же походу мой рудник по косости на мини подорвался по пути героя. Я видел. Я видел. Ну нет, я ж не шучу. Так, я не понял. Это мина была, это не я еще. Это ты сам вел. Да не, Верса пойдет. Верса пойдет. Я ничего не знаю. Я играю честно, я не виноват. Я от вас целая куча. Как мне еще раз не минировать все? Я просто не успеваю за вами, за всеми. А сколько ты заработал за героя? Ребята, еще у него левел качается, это, кстати, плохо. Я могу ошибаться, но вроде героя я вообще ничего не получил. Гардемарин пишет вообще то, что он обучается игре ПК. Вот это вот делаешь, да, и вообще все классно. И героя сделай, и вообще будет классно. А знаешь, я понял, классно? Классно то, что он не летяй рабочих на руднике восстановил, это мне нравится. Спасибо. Это хорошо, кстати, это вообще классно.
Я мог бы сделать невидимую мышь, правильно? Но это ж не интересно. А что ж ты так понимаешь? Да, он согласен. Невидимая мышь для слабаков и девочек. Ну, не невидимая мышь, а... Не важно. Ну, ты понял. Любая мышь для слабаков и девочек. О, Алекс, ты живой, что ли? А зачем? Я научился. Чтоб ты понял, я кнопкой ее прожал. Кнопкой. Ничего себе мужчина вообще. Стоп, это что было, только что я не понял. А у вас какие-то башни и инвизии или что? Да. Не, ну я считаю это нечестно. Поддерживаю. Есть такое лишнее дерево. Я могу ультрасложные сильные башни тут построить в одном месте. О, смотри, он еще и корабликом тут. Ну это вообще не честно. Вас хитер, а он бегает кораблем, убивает мне по одному рабочему и улетает. Хочу заметить то, что... Как, блин, аномальный лентяй. Ой, анонимный. Аномальный. Прям офигенно отыгрывает. Я думаю, сейчас на мини подорвусь. Постройка завершена. Аккуратно, слышишь, синий рычок наш. Они настоящие, если мышь была, но так неинтересно. Ты думаешь, они настоящие пойдут? Они что, я что ли, тебе по-твоему? Ну, тоже я согласен. Привет. Для кого букв придуман? Какие буквы? Да какой к черту аномальный. Прости, пожалуйста. О, хорошо, сначала минку, потом меня. Вообще хорошо, красиво. Завершена. Какие буквы придуманы? Мне кажется, ли эта постройка слишком хороша для этого мира? Возможно. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Но не всю, значит, не ной. Все хорошо. Постройка завершена. Фух, я испугался твоей тени. Зараза. Вот не дай бог. Нормально. Выжил. Корабликом делает выстрел и улетает ему. Классно, да? Да не, ну типа это херня. Когда у вас четверо, вы еще и такой херней занимаетесь. Фу. Я сколько раз тебя застилил? У тебя такой левел, ты мог бы нас уже снести. И сейчас уже пойдешь нас носить. А чем я снесу? У меня нет ничего. Стены или что-то подобное. Опасно. Очень опасно сейчас было, кстати. На минутку. Прям вообще опасно. Я дурак, хочешь прикол? Постройка завершена. Прикол, говорю, хочешь? Давай. Я хотел построить снова построил катапульту. Да, я. Кого хотел построить? Снова построил катапульту. Хотел построить? Снолом. Постройка завершена. Тупить мог сделать стенорез. Да я знаю, что он мог сделать стенорез. Он со мной игрался, я его отвлекал, поэтому вот мои хотя бы очень долгое миллиардное время смогли развиться. Это хорошо. Это очень-очень хорошо. Постройка завершена. А, тут ничего нет, ты же все очистил, ё-моё. А я боюсь ходить по руднику, а его же очистили. Прикинь? Очистили рудники. Да. Блин, да не, походу все, на снарец я уже накопить не успею. Рубина, потому что ты на меня отвлекался, я выполнил свою задачу. Да, конечно, именно из-за этого. Ну да. Да, не потому что мы 4 на 1 играем. Вообще никак не завязан на этом. Суть не в том, ты посмотри на их скилл, на мой скилл. Все. Не, я не хочу никого бить, на самом деле, я плюс-минус с такой же скоростью играю. Но я, наверное, слегка пораньше ухожу в эти. Я просто не люблю уходить в эти высокие здания. Вон, Гардемарин вообще первый раз играет. Не жалуется. Так. Я хочу... Ага. Че, еще разочки? Ну, типа, отток. Ну, давай, ладно, еще раз. Ребятушки, специально для вас ультра длинная катка кошки-мышки.
Так, тут уже вроде как... Постройка завершена. Есть, постройка есть, завершена. Есть вот здесь, что ли, не помню. Если постройка я не угадал с юнитом, то очень неприятно, а я, похоже, не угадал с юнитом. Ты каждый раз убираешь, что ли? Завершена. Да, блин, я вообще взял для того. Постройка просто убить меня, пацаны, уйдите убить меня мышами. Че, серьезно? Да, я херню взял. Вот, это я прям удивлен. Не-не, пошли, пошли, он не будет убивать, ребят. Убить меня будете? Нет. Можете меня бить? Да, можем. Только тебе не надо нас бить. Да я вас не да бей, бей, бей. У нас 150 дамага, мы можем тебя убить. Не, бить вообще можете? Вот, да. Можете убивать. Они я просто не поняли, что ты по-серьезски говоришь. У меня просто есть обилка, это стан на 2 секунды, который не сразу срабатывает. Короче, это был бы грустный бой. Смотри, бегут, бегут воины. Просто они крысы жрали толпой. Гоу рестарт просят. Хочешь рестарт? Вас будет двое. Рестарт, хотя бы 4 на 2. А у нас запись идет. Не, доиграем это и все, конец, наверное. Ну окей, давай, доиграем, тогда сейчас я вас просто уничтожу, договорились? Давай, давай, смешной наш. Если был нет, то я не виноват. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Ну и заруиним. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Что это за наглость такая, прям вообще? Ух, ё-моё, там договорились, кажись, пар. О чем-то. Ты видишь центр, нет? Постройка завершена. Да, я тоже это застроил. Завершена. Все, они застроили его. Постройка завершена. Ну, бывает, мне принципиально. Мне вообще не нужен был, да? На город наших братьев напали. Постройка завершена. Постройка завершена. Что ты говоришь? Не повезло. Постройка завершена. Постройка завершена. Да, я завершена. Такой красивый, с бородой. Мане попала сети. Ты сын магазина? Вот грустно, что я до магазина с минами не стою. Вот это единственное грустное. Постройка завершена. Как мне жить без мин? Ну все, не живешь. Никто не сказал, потому что я сейчас пошел в центр. Ладно. Ну, в смысле, вот тут сверху дырочка, да? Возьми 4 жутника. Да зачем они мне нужны? Я вам 2 взял. Я не жадный, да? Да, я не жадный. На самом деле была вся карта, я почти все взял. Кому я вру? О, на ним не повезло. Второй раз. Ну, я в центр не побегу, ребят. Вы уж извиняйте, но... Слишком опасная фигня. С центрами этими. У этой крысы мины уже. А нет, можно было. Не было у него мины. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Так, вас? Стройка вас чеши, так не ляляк, пожалуйста. Завершена. Вас тут миллион. Постройка завершена. Постройка завершена. Завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Завершена. Стройка завершена. Стройка завершена. Стройка завершена. Парни, денег нет, поэтому сорян. Дела не ждут, нужно больше золота. Чего? А? Вот, ну, тысячи стены денег всегда хватает. Завершена, постройка завершена. Понятно, понятно, так и запишем. Что такое? Кинул своих. Что там записывать собрался? Кинул своих. В плане кинул. Понял. Дал кидал союзников. Я мышь. Завершена, завершена. Ну, вот это дело, не надо быть мышью, надо быть мужчиной. Мы в кошки-мышки играем, проснись. Нет, будь мужчиной. Так, понял, я переборщил. Вон тормоз, строй где-то 300 спит. Возьми 5 рудника. Покер в афиге. Зря ливнули парт. Зря. Хорошая игра пошла. Да подожди. Подожди, еще рано. Что это за маленькая кракозябра ко мне прошла? Тебе показалось. Зачем ты убил кракозябру? Не было там никого. Ты, я... Как тебе моя застройщика, кстати? Да, ну так себе, на 3 с минусом. Так раньше профессионалы состраивались.
Да, я знаю, что 12 ночи. Спокойно, давай. 12 ночи, ребят, мы записываем видосы ради вас. Ваш лайк, ваш комментарий, ваши рекомендации. Беспалевно мину поставил, кстати. Ничего не видел. Я просто блеванул ей на полпути, такой, ну ладно, я пошел отсюда. А я чисто там убираю. Я видел, что стенка исчезла, я такой, ну ладно. Че, мне просто мне следить за тебя? Поздно. Ну реально. Свершится предначертанное. Ну ладно, Рашук, беги от меня. Смотри, сам прибежал. Постройка завершена. Ах, мой кот бил дольше. У меня был шанс. Я его пропукал, к сожалению. Иду. Подожди. Куда стрелять? А почему только сейчас пишут, что можно обменять с ресурсами, мне уже обменяли их? Я не знаю, мне кажется, можно было и раньше. Да, просто это какой-то обман. Это обман зрения. Ха! Сколько потерял? Чего? Сколько потерял? Кто? Ты. Не понял все равно. Неплохо. Не, серьезно, не понял, о чем ты сейчас. Ну, конкретнее, пожалуйста. Ну ладно, ничего страшного. Ты здесь сломался, что я не понимаю просто, о чем ты говоришь? Ну, было немножко. Жизнь за Нерзула. Ничего. Ничего страшного. Забей. Все хорошо. Ну, раз все хорошо, то хорошо. Дайте цель. Где? Уже в пути. Сделаю. В цель. Бью без промаха. К вашему счастью, не везде. Кстати, а мы, оказывается, тоже за это получаем деньги? Нифига себе. Сделаю. За что именно? За то, что мы освобождаем. Дайте цель. Да, возможно. Хорошо. Вполне возможно. Что прикажете? Типа, справедливости же. Уже в пути. А тебя вообще, да, не кажется, что у тебя база в одной стране, ты тут? А что я сделаю, что мне всем сломать? Ничем вообще. Понятно, так, бывает. Я увижу, когда они бегут твои рабочие, крыс меня, ну а я что им сделаю? Ну, а ничего не делаешь. Твое большинство спрятал, нормально, на этом полномочия кончаются. Постройка завершена. Постройка не смог. Или нет? Или мой! А что они такие сильные? Ну блин, знаете ли, мои эти дорогие, а вот они строятся с тысячи лет, а третьих... Сколько? Зданий, сколько стоит? Сколько стоит? Он стоит 350, при условии, что у меня-то денег как бы поменьше будет. Да нифига. И нравится возьму здание, а мой здание для этого очень сильный. Ты можешь куда больше получать, чем мы. Чуть я говорю, мое здание дает мне 350% регена ХП. Ой, 3500%, короче, регена ХП, вот. Я ведь смог выиграть 10 раз, но смог выиграть. Подрался меня. Я, блядь, почти молодец. Выходи, мышь! Уже в пути. Что хочешь, я пошел. Неинтересно ты. Фу, скучно с тобой. Ну да, не отрицаю. Постройка завершена. Получай. Бородой твои попало в сети. Иду. Хорошо. Ах ты паразит. Сделаю. Ну что ты бегаешь, да? Для рабочих не хоть не крысь там. Что прикажете? Получай. Да ты паразит. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Блин, ты с ума сошел. Паладин. Это было практически 300, да? Постройка завершена. Давай воин мышей, как всегда, моего любимого. Возьму. Так. Потом, что надо еще вот, как-нибудь вот этих сделать. О. Ты, кстати, хорош. Да? Акакий? Он же хорошо построился. Очень классно, мне понравилось. Так, что мне поделать бы тут? Я тут одно не понял, я же могу здание сломать. Ну ладно. Что будем ставить? Ну вот, да, вот я про это и говорил. Отмени. Ой, я свернулся. Забей.
А, нет. Серьезно? Я вывернулся. А картинка сломалась. Совсем все печально. Сейчас я ее починю. Так, картинка чинится захватом экрана. Вот, все. Теперь знаешь, что сломалось? Да ёшкин кот, понятно, дропнул, да? Не, теперь ваш кот сломался. То есть первый раз он сломался, а второй сломался. А, нет, не сломался. Чё ты людей пугаешь просто так? Да теперь просто по краям желтая такая рамочка хорошая. Будем считать, что это модно. Ну да. Зараза, вы не хотите здесь ничего сделать? Чего желает мой повелитель? Ну, когда мой не подорвался, бывает. В жизни огорчение, да? Живые наступают. Да. Я жажду. Он даже представляет, как много мин осталось. Я поставил мин везде, где только мог достать. Я вот везде, куда мог поставить мин, сейчас поставил мин на каждом шагу, они сейчас постоят сейчас. Понимаю. О, Алик, я же понимаю, мы с тобой практически братья. Но и ты должен понимать. Что там хочешь? Мне надо попарнуть. Спасибо большое, Алик. Твоя жертва не останется забытой. Практически братья, я понял. Ну ты понимаешь просто, ну... Да я понимаю, понимаю, да. Понимаешь, ты крыс. Не понял, сейчас кто-то мою мышь себя вывел. Так, герой, не трогайте, ребят. Вот вам войска есть. Для вас войска, не герои. Герои я сам люблю. Извиняйте. Дорогу! Расступись! Дела не ждут. Я в магазине мышка дышит, не твоя мыши, мины. Нужно золото. Ой. На нас напали. Ты еще не видел меня в бою? Дела не ждут. А зачем он подходит так близко? Ты еще не видел меня? А как он умер вообще? Что случилось? Ну, подошел близко. А, обнаглевший. Кто-то просто был обнаглевший. Отлично. Ничего нам, ведь просто так. Так, а что, есть целители? К бою готов? Дела не ждут. Загадка. Да стой ты, иди ко мне, дай тебя убью. Стройка завершена. Вперед, моя армия! А зачем нам служитель предков, вопрос? А какие? А. Сейчас, кстати, на стриме и на записи впервые, возможно, хотя не, навряд ли впервые, но, короче, видно, как у меня крашнулся Warcraft. А, да. Вот, в принципе. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем удачи. Всем пока. Кстати, серия идет 47 минут. Да. Три Всем пары пока. Кошек-мышек. Всем удачи. До новых встреч. Не забывайте поставить лайк, написать комментарий и показать видосик друзьям.